Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить о важных событиях, которые происходят на рынке. Видео записано в ноябре 2021 года, и именно в это время произошли важные моменты, фундаментальные вещи, которые повлияют на движение всего глобального рынка в ближайшие несколько месяцев. Как вы помните, следили из моего видео, следили из моего чата в Телеграме, с сентября месяца мы были очень оптимистичны по поводу рискованных акций. Мы были уверены в том, что рынок будет расти, что акции будут расти. Так оно и произошло. У нас модель, наша математическая модель, работает следующим образом. Каждый день мы получаем новые статистические данные. Когда мы их получаем, загружаем в наш скрипт. Скрипт прогоняется, и мы узнаем о том, что нас ждет в будущем, что нас ждет в ближайшем квартале с точки зрения макроэкономики, отдельно инфляция и отдельно ВВП. Зачем нам это надо? Зная, куда мы движемся, мы знаем, что надо покупать и, самое главное, что покупать не надо. И, как я уже сказал, начиная вот с сентября, наша модель была очень оптимистична. Мы инвестировали много в акции, инвестировали во Францию, инвестировали в Евросоюз, инвестировали в Израиль, Польшу, в банковские сферы. И все было неплохо до последней недели, когда наша модель стала говорить о том, что что-то меняется, что рынки будут замедляться. Сейчас я вам покажу. Смотрите, на экране вы сейчас видите, как выглядит наше предсказание будущего. Мы получаем это в абсолютных цифрах и для визуализации, для упрощения перекладываем на графики. Сейчас мы находимся вот здесь и движемся мы в левую сторону сюда. Что это такое? Я расскажу. Мы видим мир, состоящий из четырех фаз. Есть так называемая зеленая фаза, фаза, когда растет и экономика, и растет инфляция. Это самая благоприятная фаза для роста всего, что связано с риском. Есть фазы, когда растет ВВП, но инфляция сокращается. Это очень хорошая фаза для тех секторов, где инфляция не важна. То есть это все, что связано с технологиями, все, что связано с нереальным сектором экономики, с так называемым фиктивным. Есть фаза третья, это в которой мы движемся, в которой мы находимся. Здесь экономика сокращается, но инфляция растет. Эта фаза хороша для таких стабильных дивидендных акций, для акций, где нет высокой волатильности, для акций так называемого медицины, сектора с бытовых услуг и золота. И есть самая токсичная, самая красная фаза, четвертая, вы видите ее здесь слева внизу, это когда падает и ВВП, и инфляция. В данной фазе практически все акции падают, растут облигации, растет золото и растет доллар. Что происходит? В 2021 году, как вы знаете, без меня экономика бурно росла. Но модель, начиная с первого квартала 2022 года и дальше, показывает то, что экономика начинает замедляться. То есть темпом мы вышли на горку и теперь потихонечку начинаем спускаться ниже. Но при этом инфляция, то, что у нас отражается CPI, темп прироста начинает увеличиваться. То есть инфляция разогревается, экономика остывает. Это классическая фаза это классическая третья фаза. Мы ее видим здесь. Что это значит? Это значит, что наши любимые рискованные акции, в которые мы с удовольствием вкладывали в сентябре, в октябре и в начале ноября, они перестанут так хорошо работать. Однако, как вы замечаете, данные прогнозы находятся прямо на границе со второй фазы. То есть мы находимся, вот идет линия, и мы прямо под линией. Что это значит? Это значит, что будут моменты, когда этот шарик будет подпрыгивать, мы будем оказываться в позитивно-зеленой фазе, потом будем опять уходить вниз, третью фазу вверх-вниз. То есть такой своеобразный пинг-понг. Что это значит? Это значит, что акции не будут расти вот так, что они будут расти, скорее всего, вверх, потом вниз, потом вверх-вниз. То есть такое будем наблюдать определенный боковичок.
Что это значит для нашего портфеля? Для нашего портфеля это значит, что мы не хотим в этом портфеле иметь кандидатов, которые растут только в зеленой фазе. Также мы не хотим иметь кандидатов, которые растут только в этой негативной фазе сокращения. Мы хотим выбрать кандидатов, которые растут и там, и там. И нашим, и вашим. С этими кандидатами мы считаем, волатильность портфеля будет на самом оптимальном уровне. Это позволит неплохо портфель загрузить и при этом не страдать от волатильности, которая будет постоянно повышаться. Давайте посмотрим кратко на рынок. Когда мы говорим о рынках в нашем проекте Filmomentum, мы никогда не говорим об акциях, хотя это самое очевидное. Для нас рынок всегда начинается с доллара. Что такое доллар? Да? Вот вы видите на экране, это индекс DXY, является корзиной отношения доллара к самым большим валютам других стран. Здесь 65% евро, 10% фунта, иены и так далее, крупнейшие. Сейчас мы видим, что индекс доллара растет. Это значит, что другие валюты, крупнейшие валюты мира, они сокращаются. А также это значит, что слабые валюты развивающихся рынков начинают бурно, мощно падать. Что мы видим в рубле, и что мы видим в турецкой лире, и в бразильском реале. Что по поводу доллара? Будет ли он расти, что с ним будет происходить? Да, он будет укрепляться, пока мы будем находиться глубоко вот в этой фазе. Если мы начнем вырастать из нее, то доллар будет вести себя примерно, как он вел с сентября по ноябрь включительно. То есть он идет немножко боком вниз. Это на текущий момент мы не ожидаем. Что происходит дальше, когда инвесторы ожидают рост доллара? Они также всегда смотрят так на показатель трежерис. Да? Что такое трежерис? Это государственные облигации США. Это облигации госдолга США. И общее правило следующее, что если на рынке становится рискованнее, то инвесторы начинают перекладывать деньги в более безопасные гавани, более безопасные места. И в данном случае доллар является тем самым безопасным местом. То есть огромное количество денег со всего мира будет перетекать в государственные облигации. Это будет повышать их спрос, и стоимость их будет расти. На текущий момент мы видим разнонаправленное движение по доходности гособлигаций. То есть, как видите, они росли, падают, потом они начинают опять расти. Что это значит? Это значит, что если на рынке будет плохо, стоимость облигаций будет расти, доходность десятилетних облигаций будет падать. Следующий показатель, на который смотрят, это золото, естественно. Когда все хорошо, золото не нужно. Когда становится не очень, золото начинает расти. Мы весь этот год, в принципе, с лета наблюдали золото в таком боковом тренде. Почему? Потому что экономика росла. Экономика росла, промышленность развивалась, все были воодушевлены тем, что вирус побежден, и никто не рассматривал ценные металлы как идеальное место для того, чтобы держать свои деньги. Как только инвесторы стали понимать, что экономика будущего, я подчеркиваю, не сейчас, да, экономика будущего начнет сокращаться быстрее, чем они ожидали, деньги потекли в золото. Что будет с золотом дальше? Стоит ли сейчас вкладывать золото? В нашем портфеле есть опционы в апрельские и мартовский опцион 2022 года. Это означает, что мы не ждем роста золота сейчас, но при этом мы оцениваем достаточно высокий шанс того, что золото вырастет в 2022 году. Поэтому на текущий момент мы негативны к золоту, то есть мы говорим о том, что золото скорее будет падать, чем расти. Но если мы говорим про несколько месяцев вперед, скажем, полгода вперед, то золото – это инструмент, который необходимо иметь в портфеле,
Однако нужно быть аккуратным с позиционированием и с той суммой, которую вы в золото инвестируете. Добираемся, наконец, собственно, до акций. Всеми любимый и знаменитый индекс S&P 500, который показывает, как чувствуют себя технологические компании, как чувствуют себя крупнейшие сбытовые компании и развлекательные в мире, в США, это компания США, но это общий индикатор состояния в мире. И сейчас мы видим исторический максимум, хотя скорость роста замедлилась. Если в сентябре я бы ожидал, что мы пойдем гораздо выше, на 5000, то теперь я к этому подходу несколько не настолько я оптимистичен. Да, в следующем году мы можем увидеть 5000, но скорости на текущий момент я не ожидаю. Скорее всего, это такой медленный рост вверх. И отвечаю на вопрос, поставленный перед нами, да, перед инвесторами, куда мы сейчас хотим инвестировать свои деньги. Вот сегодня, например, мы закрыли большую часть портфеля спекулятивные, да, именно тех позиций, которые отлично себя чувствовали во второй зеленой фазе. Вопрос, куда сейчас перекладывают деньги? Ответ в следующем, что мы хотим, чтобы наши деньги были там, где они будут расти как в зеленой фазе, так и в фазе не зеленой, то есть в третьей фазе, когда ВВП падает, инфляция растет. Данными вещами является медицина, классические, исторические. Данными является промышленность. При этом промышленность отлично растет во второй фазе. В третьей она сокращается, но мы с вами говорим о том, что у нас некий такой пинг-понг, да, что мы переходим из одной фазы в другую, поэтому в портфеле будет некий коктейль, да, коктейль из таких акций. Также мы хотим добавить немножко материалов. То есть это все, что связано с добычей. Почему? Потому что инфляция растет. И все, что добывается из земли и переплавляется, тоже будет расти в стоимости только из-за инфляции. Спрос может корректировать цены. Но в целом мы будем видеть на целый год удорожание всех добываемых продуктов из-под земли. И также мы, естественно, будем видеть удорожание самой промышленности, себестоимости промышленности. И, конечно, нефтянка, она всегда отлично себя чувствует в третьей фазе, особенно в мелкой третьей фазе. Сейчас я вернусь, покажу. Вот это мелкая, то есть глубокая фаза, это когда мы уходим в сильное падение ВВП, сильного падения мы не ожидаем, поэтому спрос на нефть сохранится с нашей точки зрения. И все, что связано с нефтянкой, все, что связано с сектором нефтяным, тоже будет для нас интересно. Вероятно, мы добавим для страховки также акции с бытовых компаний. Что такое с бытовые компании? Это компании, которые не зависят от бизнес-циклов. То есть, есть, допустим, компания по сбыту электроэнергии. То есть, ей все равно, растем мы бурно или бурно падаем, она поставляет электроэнергию населению, она поставляет электроэнергию бизнесу и получает свой денежный поток на регулярной основе. Поэтому данные акции не сильно чувствительны к циклам, и в времена волатильности инвестору хорошо иметь такие акции в своем портфеле. Что еще? Мы будем внимательно смотреть за золотом. То есть, если мы увидим, что ситуация начнет ухудшаться, мы будем добавлять золото, уже не в опционах, а в прямых инвестициях. И если волатильность начнет расти, то мы будем также добавлять волатильные продукты. Это все, с чем я хотел поделиться вам с вами сегодня. Я надеюсь, это было полезно. Для меня это новый формат, поэтому, пожалуйста, отреагируйте лайком, отреагируйте комментариями, скажите, что понятно, что непонятно. Обратная связь мне всегда важна, потому что, как вы видите, проект развивается. Я развиваюсь, мы с вами развиваемся. Я хочу, чтобы всем было комфортно, быстро, доходчиво и, самое главное, прибыльно. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Оставайтесь на связи.